Здравствуйте. Сейчас штример накурится и будем играть. Здравствуй, Глоконога. Весьма признателен за то, что заценил мой скромный YouTube-канал. Надеюсь, тебе было интересно. Как-то ничего. Я на себя почти весь день залипал. Спасибо, дружище. Спасибо, я правда ценю это. Эх, прекрасно. Итак. Эй! Чтобы не упасть сейчас. Хотя, по-моему, здесь этого острова не падает, там, по-моему, невидимые стены. Но проверять я не буду. Я непрочная. Даск понравился, раньше не слышал про. Не, ее правда стоит заценить, особенно если тебе нравится там Quake какой-нибудь, потому что там много очень движений похожих, то есть там бани-хопы вот эти вот все в курсе. Там очень клевая стрельба. Я бы рекомендовал попробовать. Жаль, что сейчас нету такой традиции у людей, что ли, выпускать демки. Ну, чтобы можно было заценить игру перед покупкой. Ты чё? А? Прикольно. Вот. Ну, как бы, если вдруг найдешь время, то зацени. А оно того стоит. Нравится
Мне нравится левел дизайн в старых шутанах, ты имеешь в виду такие все эти... относительно запутанные, но потом в итоге имеющие смысл лабиринты, типа того. Ну, как в этих самых... знаешь, он напоминает сильно Blood, ну тот же Quake, конечно же. Shadow Warrior какой-нибудь, Duke Nukem и так далее. Но это можно понять, это не всем заходит. Да. Но опять же говорю, это можно понять. Ой. Лучше так. Первый этого дома прошел ладно, но левел дизайн не нравится. Это как-то на одно прохождение. Ну, наверное. А именно перемудренность некой локации или что? Привет, Торкин. Как дела, дружище? Так, эти помешают. Секундочку. Давай. Обожаю этого попугая. В Unreal он больше такой... Где-то открытый, где-то какие-то коридорчики, подземелья и так далее. А мне как... Мен стопанул за отсутствие маски. Охренеть, прям на улице, что ли? Я слышал, что они даже на улице теперь все это дело требуют. Однообразное, скучное киллере. Но тут видишь, тут опять же, если в старых играх смотреть, то в Думе в том же, да, там люди только учились, по сути, делать окружение, делать такие вот уровни именно в шутере от первого лица. В Quake, соответственно, учились делать это все, но в 3D, опять же, полноценном. То есть, если Doom был в каком-то смысле двухмерный, хотя это не совсем правда, то Quake полностью там в 3D, там, разумеется, 3D пол, там вот эта вот комната над комнатой может существовать и так далее. Это да. Поэтому да, поэтому могут быть нюансы. Ну и плюс тогда мощности у железок были, мягко говоря, не такие, как сейчас, и они должны были как все переваривать. Но опять же, это зачатки. Это вот даже вот те же вот уровни Дума, если ты возьмешь первый эпизод,
Да и вообще, в принципе, уровни Джона Ромеро, они такие... начинающие, что ли, какие-то вот... именно он задел и создал. Наверное, сам того не желая. Ну да. Ну, насчет фильмов, там больше уже это... вот и нет. Там больше тематика... как раз таки какие-то вот... какие-то традиции, какие-то взгляды на вещи, те или иные. На язык. Ну да. Но если мы вернемся к тому же Даску, то там начинается со второго эпизода, уровни начинают удивлять, а в третьем так вообще дичь творится иногда. Да, если будешь смотреть, то увидишь. Ну, тем более там комьюнити развивается, которая там делает какие-то вещи. Я видел совершенно крышесносную штуку для Даска. Карта из Half-Life, первой. Музыка из Дума и, соответственно, ну, геймплей из от Даска. Чумовая штука. А, окей. Спасибо. Оружие. А у меня ракетница кончилась, офигеть. Да в смысле? Окей. Не можешь стрелять тогда, да? Или я что-то путаю? Так, Streamlabs что-то начал это спамить вот этой фигней. Моды? Моды, может быть. Но я пока хочу просто... Только... Да. Я хочу пока просто... снимать то, что снимается. То есть мне пока интересно проходить какие-то ванильные вещи. Потом, да, обязательно. Бегать так, чтобы убегать от камикадзе, но нет быков сразу. Ну да, но благо этот режим можно запустить для одного игрока, и тогда можно это выеживаться. Мастергейма некоторые видосы по 60к набирают. Может быть в будущем. Я пока хочу завершить то, что я начал. Мне осталось, по-моему, два уровня в Master Levels Hold'em 2. Я еще хочу кое-что поснимать для Дума, кое-какие вады, кое-какие мап-паки.
по Сириусом 2 завершить, разумеется, Даск. Ну и параллельно какие-то другие вещи делать, потому что я... Для себя, опять же, избрал такую вещь, что... Я вот один эпизод Сириусом отсниму, допустим, там Магнор или там... Вот Магнор я отснял. Или Димбы, или вот следующий, там китайский, например, да? И переключишь на что-нибудь другое. И вот так вот время от времени. Так, Bright Island закончил. Тоже 100%. Ну как 100%? Там не всегда все убийства получается делать по понятным причинам. Потому что в Сириусом они в оригинальном битые спауны появляются и так далее. Спасибо, это приятно. Ой-ой. И да, я его решил именно на геймпаде записывать, чтобы, ну... Он не то чтобы в первую очередь делался для консоли, но от него есть такое вот ощущение, ну и как дополнительный челлендж. Почему нет? А, даже так? В игры редко играешь. Ну, есть такое на самом деле. Я последнее время где-то 50 на 50 кого-то смотрю, а иногда играю. Кино. Фильмов, вау. А что именно смотришь? Я имею в виду там жанры, тематика, вот этого все. Но я вот на самом деле очень давно ничего не смотрел, вот прям чтобы вот, ну вот для себя там есть что-то или там женщина захочет посмотреть там вместе или еще что-то. И то в основном мультики. Ну, я как бы и не против. Больше всего артхаус. Окей. Надо же было по вентилю этому попасть. Зараза. Об этом же. Ой, здрасте. Какие вы меткие сегодня все, а? Так, ладно, наверное, это не самая лучшая трата боеприпасов. А, тут же эти бонусы всякие с этих штук валятся. Ну ладно. Ау. Спасибо. Новый сцена. А, ты тоже снимаешь? Прикольно. Надо посмотреть. Ты на том же канале это все снимаешь, с которым комментировал сегодня? Оу,
ракеты. Да нет. Даже про кино есть. Интересно. Так, мне надо со стримлапсом что-то сделать, а то он начал спамить этой фигней. Или хотя бы еще что-то добавить. Хотя у меня больше ничего и нету. Так, вас что-то тут прям... Окей, я это приму. А чё? Хорош мне пинг-понгать. Отлично. А я там был? Окей. Подожди. Заодно я и вот эти вот уровни вспомню, а то до них тоже очередь дойдет когда-нибудь. Черт. Да что это? Снаряду ему попал, что ли? Ау. Тут весело на геймпаде это будет, да?
Иза пришла. Лео. А мой где-то гуляет. Кошак. Помощники прилетели. Да ну, за вертолетом лети. Давай, ты сможешь. Фей. Клевый попугай. Да, у нас тут 4 бегает. Один кот старый, кошка тоже старая. Ну и годовалый кошак. И кошка тоже носится. Ой. Я так понимаю. Странно, что сундук не секретный. Так, где эти ботинки? Ау. Да, разумеется, они в центре. Ой, ой, ой. Блин. Там у меня всего один снаряд, справедливо. А чё? Мне, кстати, интересно, а как Twitch относится к какому-нибудь Postal 2? Не то чтобы это такая прям, знаете, политкорректная игрушка. Но я Postal 2 люблю. Когда-нибудь хочется в него поиграть еще раз. Да еще и под стрим. Манхант. Ну, Манхант это Манхант. Там как бы убийства жестокие туда-сюда, но не более. А в Постале там всего хватает на самом-то деле во втором. И расизма, и там насмешек гендерных и прочего. Скажите здрасте принцессе. Та еще и радуется.
Да. Если вот, кстати, откинуть вообще все вот эти вот вещи там с их стёбом вообще самой игрой и так далее, то они для своего времени сделали шикарный open world для именно, по сути, шутера от первого лица. То есть это прям достижение было. Охеренное дерево. Ну ладно. Ну чуть-чуть же осталось, скотина. Так, он опять там должен быть арбалет. Арбалиста, точнее. Всё. Мысли? Окей. Я думал, у меня еще снаряды есть. Отлично. Don't come any closer or I'll jump. Don't be a fool. You've got a full life ahead of you. I'll do it, I swear. Listen. I'll take the princess back to the king. But in return, you give me the medallion. Deal? Mental's going to kill me. Deal. Ровно 5 минут, надо же. Зона 51-20. Вещи становятся серьезными. Вступительный эмбиент. Да. Я же думал, что действие происходит в постапокалипсисе с зомбями. Ну там раскрывается тема с зомбями впоследствии. Причем сильно. Особенно в этом, в. Они же дополнение сделали, прям. Ну как дополнение, практически игру такую же, вторую, по продолжительности и по этим самым, по наполнению, то есть там все 5 дней, Paradise Lost называется. Ну он прям тоже такой масштабный, интересный. Напугал прям. Ну, скажем так, шокировал этим всем, я согласен. Вступительный эмбиент по слову ты четко заметил, он действительно такой серьезный прям. Тайт Эпифанцева? Чё?
Гранатомет перекрасил. А, тает или отрубань? А, теперь понял. Я понял, понял теперь про что. Че я парюсь, тут же? Это, конечно, не так весело, но это эффективно. Сейчас BMX целился. Ну окей. Чувак. Спасибо. А по поводу модов ты говорил, типа, там, снимать, не снимать вот этого все, ты имеешь в виду, а также какие-то вещи, типа, вот какие я делаю, типа, вот таких вот прохождений, или именно обзоры, потому что обзорчик из меня, мягко говоря, такой себе. Не, я могу рассказать, конечно, о том, что это происходит, тут с чем это едят, что тут добавили и так далее, но я имею в виду в плане каких-то там оценок, не оценок для этого всего, это как-то странно для меня. Если у биомехов именно здесь сломалась анимация ходьбы, интересно. Раньше она вроде была. Я понимаю, что здесь эти танки заменены. И у них как бы анимации ног нету, в принципе, но... не менее. А, вот потом чуть пошагало, как бы прекратил. Окей. Чувак, ладно. Это моя граната была? Вот. У меня прилетело только что. А, я понял.
Ау. Было промечиво с моей стороны. А что это? Не говорите, что я вот этого должен сбить чувака. Окей. Да. Удивительно. Я помню, что где-то какой-то из этих камер что-то вроде секретное было или нет. А, там же еще камера. Там. Чё? А, нет, это закрыто. Да, вон в том можно. Titan Quest, да, играл, когда он только вышел. У меня даже диск где-то лежит. Ну и еще у меня в стиме, разумеется, он куплен, потому что, да. Потому что я люблю покупать игры по несколько раз, блин. Ну и плюс в стиме издание более полное, поэтому я не смог устоять. Конечно, я так в него и не начал переигрывать, но... В планах есть, скажем так. Черт. Сейчас, секундочку. Отлично. Я умру. Теперь я точно умру. Да, вон к нему я сейчас прохожу. Атлантиду не проходил еще. Я вот Дона, если честно, вообще не совался. Как-то не удалось. Только в основную игру. Я любил в свое время всякие диаблоиды. Ну, соответственно, саму Диаблу, Секрет, Торчлайт, Titan Quest.
Ау. Не знаю, зачем я вперед несусь. Наверное, потому что мне нужно место для маневров. И вот это все. Отлично. Ну, кстати, что происходит при замене врагов? Оригинальный танк он не так часто стреляет лазерами, как синий биомех. И, возможно, здесь это как-то сложности отражается. По крайней мере, скелетов он гасил за меня знатно, мне понравилось. Ящиках ничего не лежит. Обидно. Вау. Да что так? Я ушел, я пошутил. Где-то еще эти. Окей. Да, Карлсона где-то слышал. В моей памяти бой среди этих контейнеров был сложнее. Или выхи. Ой, здрасте. Ну что, прям отпечаталось это вот место. Что, что не думал все ящики взорвать? Туда тоже можно зайти. Фига вы тут мелкие, блин.
Да, Закрут был хорош. Я, правда, во вторую часть не успел много наиграть. Третья у меня есть на Xbox, но я до нее тоже не добрался. Я просто купил, типа, когда-нибудь поиграю. Ага. Чего я видел это кинул? Окей. Я первый особо так прям не это не заигрывал, если честно. Я всегда как-то не смешно страдал от разнообразия игр. То есть раньше, а сейчас тем более, времени на чтобы чисто на одну игру убить как-то не находится. Да и я просто люблю разнообразие. Иногда хочется прям погрузиться во что-то, но сегодня тут, завтра там. Чё? Да такая ветреная персона, если честно, что что-то так и остается в непройденных, к сожалению. Ты мою готику? Предпочтение, это здорово. Я играю в основном все подряд, что классический шутер от первого лица. Ну, и разумеется, более-менее неплохо сделан. Люблю Devil May Cry и всякие и подобные ему игры, там типа Bayonetta, ну, слэшеры, в общем. А люблю очень Fallout, в том числе трехмерные. Я до сих пор не прошел Fallout 4. Просто потому, что у меня там 70 часов, по-моему, наиграно, да? И я до сих пор на Diamond City не добрался толком. Если кто играет, если кто в курсе, то а это реально, это чуть ли там не третья ступень, что ли, в основном квесте. То есть это за первые часов 5-10 можно сделать. У меня 70 с чем-то часов, я просто гуляю по миру, как бы следую вот это вот все, мне прикольно. Fallout как бы всегда про это был. Ты просто гуляешь там, что-то наслаждаешься атмосферой. Зашел туда, там это место тебе такую историю это рассказывает и так далее. В общем, прикольно. И чё? Там. Сакрот просто дико впечатлил. Да, Сакрот, да, Сакрот впечатлил сильно. Я помню, я тогда в Диаблу там задрачивал достаточно так долго. Из таких игр я имею в виду. И мне тут товарищ Сакрот показывает, я такой, вау. Окей, нахер Диаблу. Да, я как-то стрёмил у себя Fallout 4. Ну просто так, знаешь, для расслабона. Просто походить там, что-то посмотреть там, пообщаться может с кем кто зайдет. Потому что вот всяких вот таких динамических вещей иногда. Иногда нужен отдых.
Но опять же, мне вот сложно с... Лично мне, опять же, сложно с этими, с RPG-хами, потому что большинство из них такие с упором на фэнтези. А я не очень люблю фэнтези. Ну, чистое предпочтение. Хотя мне Fable очень нравился. Слышь? Вот в супермаркете двери со мной точно так же поступают. О, я помню этот бой. Я, наверное, зря сердце взял, ну ладно. Ау. Вовремя кончилось-то, а? Ау. Капец, они уничтожают эту турель просто. Не, я тоже люблю фантастику, просто меня средневековье не очень заводит. Ну, как чисто как тематика, это, блин, это вопрос, знаешь, предпочтений больше. Это как кто-то любит рыбу, а кто-то предпочитает только красное мясо, а кто-то вообще веган. А, может быть. Может быть, кстати. Не, я только что-то затрудняюсь в этих примерах всяких. Если взять каких-нибудь, я не знаю, марвеловских мстителей за фэнтези, то может быть. Да потому что это фэнтези. Пираты Карибского моря. Не, как это, как сеттинг меня вполне устраивает. Просто пойми, когда я говорю фэнтези, фэнтези для меня это вот в первую очередь это вот эти вот ваши мечи магии. Хотя герои мне очень нравятся, стратегии имею в виду, но не суть. Это все вот эти вот дворцы, эти вот все вот принцессы, эти вот все эльфы, это вот все вот заклинания, это вот Хадукин, вот этот вот Мерлин и прочее вот эта вот фигня. Не мое немножко. Я вот про это говорю. Хотя, опять же, почему-то стратегия, именно вот эта вот серия Героев Мечей и Магии, мне очень нравится. Я в нее очень много в детстве играл.
Да и сейчас тоже иногда. Господи, летучки. Ну или вот тот же Doom. Если мы современные Doom возьмем, вот тоже Eternal, например. Eternal тоже фэнтези, по большому счету. С техническими какими-то вставками, конечно, там, с sci-fi и прочими такими штуками. Ну, это ты где мерзнешь? Painkiller? Да, да, вполне. Тут музыка клевая на этом уровне. А пустите погреться куда-нибудь. Вот здесь же есть. Вот это вот место, кстати, оно очень знаковое для серии, как мне кажется, по одной простой причине. А по поводу Serious Sam есть такой стереотип, что весь геймплей Serious Sam это нажми назад и зажми назад кнопку стрельбы, и ты победил, как бы, то есть постоянно отходишь там и стреляешь, что иногда, правда? Но не всегда. Ой, я мерзну. Вот, а здесь вот тебе именно надо пушить вперед постоянно, чтобы там не замерзнуть и так далее. Еще следующие уровни там есть некоторые, там где даже в Колизее в своеобразном, они тоже про то, что именно тебе надо пробиваться вперед. Мне нравится задумка вот этого уровня на самом-то деле. Что? Ай! Извините, мне надо погреться. В Excel в Painkiller как-нибудь сыграть. Какого-нибудь. Первого, разумеется.
чувак. Спасибо. Но я здесь не иду вперед, на самом деле, хотя должен. Я просто к этой избушке привязался с чего-то. Мне вот хорошо, тепло. И вот это все. А, ладно. Подожди, я занят. Дайте у меня полутаться тут маленько. Даже вот продумали, типа, то, что ты в лифте не замерзал тут. Тены вот эти вот. Хорошее внимание, детально на самом деле. Да что ты? Проехали. Еще друг в друга, что ли, влетели. Мне нравятся эти самолетики, они иногда сами по себе взрываются. Камикадзе, блин. Пилота, ну. Пилота перебрали. Они вертолеты иногда что выкаблучивают. Ау.
мужик. Cyber Encounter? Это чё? Нет, не играл. Серьёзно, а что это? Ваня 109 для конкурса по ретро Away. Оу. Для Сэма, что ли? Я просто помню, там на Serious сайте какое-то такое событие проводилось. Так я-то хотел поиграть в те карты. Я люблю такую стилистику. Но, очевидно же. Окей. Можно будет глянуть. В принципе, я... Когда мы закончим вот с этим безобразием, я думаю. А ты чё? Можно будет это? Можно будет смотреть. Топ секрет говорит. Посмотрю, они же там все еще это доступны для скачивания на Serious сайте, все эти карты с этого конкурса. Я поищу, посмотрю, может даже поиграем. Я не против, а только за. Условненько. Я говорю, как мы с этим закончим, я обязательно гляну. Стримлапс, дружище, все поняли уже, что у этого стримера есть свой маленький YouTube-канал. Не надо этим спамить.
Ты что-то мочишься? It's not nice to shoot Santa. Хо-хо-хо. Ой, бля. Fuck. Чувак. Что он делает? Окей. It's not nice to shoot Santa. Ролики низ, ничего необычного. Проходим дальше. Никуда не уходи. Давай, приятного аппетита. Я пойду погреюсь. Да ну что-то. Как-то не хотел его брать. Ну окей.
что это. Ой. Не зря гранатами разбрашивался. Разбрашивался. Штример заговаривается. Сейчас должен быть Хьюго. Хьюго босс. Да. Ау. Я просто для приличия стреляю. Я знаю, что его нельзя ранить сейчас. Вроде бы. Тоже из Serious M4, по-моему, зон. Хотя это ремикс Hero из Serious M3. Ну да ладно. Я иногда выгляжу как задрот. Ау, ау. Ну чё, кто теперь смеется, а? Я понял, ладно. Да, шип спускаться, господи. Инка все забыл.
Мне нравится, что они боссов Сириусом 2 сделали немножко большим, чем стреляй, пока он не умрет. В каком-то мере. То есть тут в каждом какая-то изюминка. Стример хочет пыхнуть, надеюсь, вы не возражаете. This is the moment that we've all been waiting for. It's time to get rid of this evil once and for all. Are you ready? Ready. Acknowledged. Check. Affirmative. Roger. Rabbit. Roger. Ready. We're going in. Follow me. Alive, don't you think? He's all alone deep inside enemy territory. He has no chance at all. Remember who are you talking about? He's no ordinary human. He's special. When I was young, they used to tell me that I was special. Stop! This is no time to argue. You can do that later. If there is going to be later, he's still our last hope. If he fails, we are all doomed. I wonder what's happening to him now. Great! There are weapons scattered all over. Pick them up and get moving, soldier! Всегда любил это место. Именно эту главу, этот уровень. Дайте покурить, господи. Музыка тут прикольная, смог себе
Сама по себе архитектура интересная. Да что ты? А чё? Миленько. Может, выпустите меня все-таки? А? Че? Окей. Забыл. А, пол. Так что чекпоинт сработал. Странно. Ну, спишем это на мод. Ау.
черт. Разумеется. А? Чувак. Эй.
По ним сложно попадать из этой штуки. Окей. Reach the energy shield generator building. Oh, awesome. There's a grenade launcher over there. Рада снова тебя видеть. Почему он как будто там? Секундочку. Ау. Серьезно, я прям обожаю этот эпизод в Сириусом 2. Вот это в Сириусополисе, который происходит. Я прям кайфую с этой стилистики, с этой музыки. Ну, это вопрос предпочтений. Мне оно почему-то как-то запало. Не знаю почему. Окей, а больше всего какая тогда нравится? Просто интересно. Дигма? А, ну она клевая. Тут каждая своя изюминка есть на самом деле. Так, где? Ой, здрасте.
Ролик же где-то на этой поляне должен быть, по-моему. Но в этом, этом-то и прикол, то что здесь очень много разнообразия. А, разумеется. А ну дайте музыку послушать. Гитарные запилы шикарные. Да пошумать. Этот бой я помню. Ну, здесь прям классический Serious Sam, миллиард клинов и вот это вот все. Вашу мать. Кстати, вот ты, по-моему, не видел первый уровень вот в этом моде, опять же, в Мдингбо, он прям это, не то что сильно переделал, но там визуала больше интересного, там деревья, вот это вот все там, он прикольнее выглядит в этом моде. Более на джунгли похоже. Именно самый первый уровень. Казалось, как будто меня сзади что-то ударило. Ладно, крестим с этим мешочком. Надеюсь, этот рептилоид работает здесь. На уровне гигантская помойка он не работал как надо. Там, где бревно, вот это вот все. Ау. Было быстро.
No! Орда камикадзе опять же. Быки. Ну этот бой прям вот классический Сириус Сэм. Да что там? А ну. От этого крана где-то манипулятор должен быть. По-моему, дальше. Чувак. А, нет, не добавляю. А что можно? Точнее, а что нужно? Хотя, с другой стороны, да, почему нет? Это один из способов распространения. Я просто не думал об этом. Я их в Steam закидываю.
А. Вот манипулятор. Чё? Пиариться можно, видите, стал. Окей. А как это делается? Просто типа создаешь аккаунт и от себя публикуешь, или как-то надо с ними договариваться? О, привет, пизбат. Александр, все хорошо? Жанна тоже в порядке. Моди тоже все нормально, видел его недавно. На дне рождения у товарища. Давно эту песню не слушал. Я передал ему привет от тебя. Нет, я его не съел. Типа зачем? Она где-то на столе должна. Ой. Да, передал. Говорю же. Аккаунт создаешь, должны модеры подтвердить ему. А, окей, окей, хорошо, не вопрос. Я думаю, это. Я думаю, справлюсь. Спасибо за наводку. Технически он еще раньше тебя присоединился, Александр. Да, вот вчера и сегодня зашел, потому что Serious Sam, вот это вот все. Что, моя жена? Моя жена месяц назад только аккаунт на Твиче создала, потому что тоже стримить захотела. Ну и, соответственно, на меня тоже подписалась. Да нет, что ты не волк-то, ты давно уже у меня тут тусуешься. Оу. Спасибо за эту трансляцию, кстати. И да, я починил эту штуку. О, сейчас арены начнутся. До середины чего? Но мне осталось уровня, если считать арены, то все арены за один уровень, то раз, два, три, все. Ну это конец уже. Ой, ну и что, теперь только подписался. Оно клево. Поверь, просто follow это более чем достаточно. Так что спасибо. Вот тут тоже искусственно заставили вперед бежать. Интересно, тут кактусы с кроссовками будут? По-моему, я в тупик захожу. А, они же зеленым помечены. Так,
Кактусов не будет, походу. Окей. А нет, вот кактус. Отлично. Блин, я опять тут. Так, сюда же надо идти. Зараза. В чем я застрял? Че не дохнешь? Эй. Окей. Это был тупик. Че так дохну здесь? Кошмар. Наверное, слишком вперед несусь. Я уже забыл, как здесь играть. Давай, заглядывай. Спасибо, что заскочил. Да. А вот это веселая штука, насколько я помню. Музыка тут точно клевая. Да отстаньте вы от меня. Ладно. О, вот это Fall Guys для взрослых. Ага. Thank you.
Hotline Miami? Да, немного. Я еще хотел ее увлечься, но, опять же, как я уже говорил, у меня не всегда находится время на то, чем я хочу увлечься. Но она у меня есть, я... Просто, блин, меня там... Просто... Нету повода, скажем так, запустить ее. Хотя хочется периодически. Она у меня даже установлена. Видишь, у меня, опять же, не просто летсплей, у меня именно там, 100% вот это вот все. Я же даже ролики не показываю, ничего такого, что обычные вот летсплейщики делают. В принципе, по-моему, в Hotline Miami можно отстопроцентить какие-то вещи. Главное, чтобы в конце показывался экран статистики, потому что без этого можно. Это как вот в Doom 2016 сделали... классические уровни из первого и второго дума, и там он вроде вот точно такой же, как и оригинал, а там в конце не показываются этим статистика там, сколько убил ты, хрен с ним, как бы, да, там секреты, вот это вот все, оно не показывается. И я их все равно записал, как бы я проходил оригинальные уровни, но этого не хватает. Есть экран статистики, ну клево, в принципе, можно будет заморочиться. Я же люблю шутеры, ну как бы я ими не ограничиваюсь. Она мне тоже понравилась стилистически. По понятным причинам. Ой. Мне нравится, как они здесь боезапас для двустволки раздули, чтобы точно хватило. Черт, а я не успеваю. Нормально. Ладно, черт. А, да? Окей, я не замечал этого. Among the stars. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Надо аккуратнее с этим, а то...
Времена у нас нынче. Банны за музыку, блин. Могу даже за исполнение, я слышал, бахнуть. Что, конечно, бред, но мало ли. С этими авторскими правами, блин. Чё? Да, я понял. Черт. Ладно, потом сам нервом займемся. Или сейчас. Так, ладно, я понял, хорошо, хорошо. Вы меня вынудили. А, чё? Окей. Thank you.
Intergalactic, plasmatic, fantastic. Ow. Okay. Окей. Все время думаю, что у меня есть снайперка, хотя у меня ее нет. Ну да, тут вообще бывает в некоторых эпизодах какого-то оружия ты и не увидишь. Ну, по крайней мере, где она есть, там... Там ее можно найти и хорошее применение. Ау. Это кнопка. Это радует. Чувак. А вы чё? Вы закончили? Вы город классный, нарисовали. Ой. Thank you.
Ау. Вот здесь. Вот эта телефонная будка. Вот это тот же самый разговор, который был в телефонной будке в Сириусом Second Encounter в Цитадели, на уровне Цитадель. Я в такой улыбке расплылся, когда вот это вот увидел, вы понял? Классно, не забыли же, прикольно же. Ну что, он звонит сам себе в будущем, типа я сейчас доберусь до Ментала и вот это вот все. Прям молодцы, меня это прям порадовало тогда. Да, радует, что Каратим помнит свои традиции. К сожалению, к телефонным будкам они вроде бы не вернулись, Serious M4. Ну, хотя формат немножко не тот, хотя могли бы приколоться. Но, по крайней мере, они не забыли про то, что на первом уровне положено оставлять ракетницу в секрете. Потому что в Serious M3, в первом выпуске, они про это забыли. Но в благо в Serious M Fusion, когда там Serious M3 же тоже в нем... принимает участие, они это исправили, и там ракетница на первом уровне есть. На, блин, они забыли про нее. Как они могли? Но зато опомнились потом. Это здорово. Клевый уровень, он прекрасно выполняет свою задачу предпоследнего уровня. Что вот он, последний рубеж, мальчики и девочки. Простите, чё? Чё это сейчас было? А видишь на ноль за Биндина что-то вот после серьезной бомбы? А, потому что его переигрываешь постоянно, есть такое. Но тем не менее, видишь, вот после серьезной бомбы идет что-то типа комбо, что ли? Типа как-то закомбинировать можно оружие.
То есть там автоматы и двустволка виднеются. Странно. Но на ноль ничего не жмякается. Интересно. Я секунду, я проверю, мне прям интересно. Вроде ничего такого нету. Окей. По-моему, вот эта статуя секрет в себе содержит. Ну ладно. Мысли. Вот это Орви. Ребята, вы задрали летать, честное слово. Нет. Полеты запрещены. Запрещены, я сказал. Окей. Да, ну вот туда. Глупая птица. Вы наворотливый сегодня, Повернись от этого. Она вроде уничтожалась. Ладно. Может, рано еще?
И это... Куда он улетел? Отлично. Я тут. Окей. Да ну. А ты чё? Спасибо. Нет, там женщина с чего-то тащится. Ау. Жив еще остался.
А, нет, нормально. Ого. Еще есть запасики здоровья, это здорово. У нас больше нет запасиков здоровья, это хреново. Ну ладно, провели его, в принципе. У нас есть аптечка. Thank you.
Бедные клоуны, их и в реновейшене убрали, и здесь тоже. Создать проблему, учитывая, что у них очень тонкие хитбоксы. Хотя уже они милые. Невинный смех до сих пор преследует меня в моих ночных кошмарах. Ой, здрасте. А, это может быть проблемой. Или нет? О, хорошо стоите. Время пол первого уже, но мы это все равно добьем сегодня, потому что как бы финал. Ваша мать. Ай! Бычок, который выжил. В оригинале вместо синих меха, а тут были такие танки, ну такие, знаешь, рогатые туши на гусеницах, и они стреляли розовыми лазерами и не так часто. Да, согласен, он для слабаков. Да ладно, ладно, никто тебя в этом никто не обвиняет. Это мне можно сказать. Чего? Штример? Какой сон? Ты же штример. Штримеры не спят. Но залп синими лазерами действительно был красивый. Надо будет какой-нибудь это в будущем шутер поискать. Ну такой, знаете, который японцы любят такой. Bullet Hell еще называется, где там кораблик летит, там куча вот этих вот выстрелов, там уворачивается, это все. У меня есть парочка, один с видом сбоку, это, по-моему, Синемора, и с видом сверху, такой классический, это Джеймстаун. Они прикольные. Надо будет в них поиграть.
Ну, в Джеймстаун я уже играл, в Синемору тоже имею в виду. Переиграть под стрём. Будет весело. Наверное. Мне точно будет. Еще бы всю эту херню с авторскими правами решили бы уже поскорее, чтобы я мог как-то, я не знаю, музычку включать какую-нибудь. Поинтереснее. А то иногда хочется и в гоночки какие-нибудь поиграть, а... Там как бы музыка иногда авторская. Ну, не авторская, а защищенная, ну, в курсе. Да и иногда хочется свое что-нибудь включить. Так что, да. Можно все, сука. Гачи. Это тоже шутер такого типа? Или что? Или ты к чему этот? В смысле? Нир автомата? Это же... Подожди, Нир автомата, это же этот, блин. Типа такая РПГ постапокалипсическая, с такой девчонкой, у которой беловолосы, у которой глаза перекрыты. Нет? Я тоже хочу поиграть. А я до нее так и не добрался. Черт. Эй! Это слишком экстремально для меня. Ну, если совсем станет грустно, то может быть. Здрасте. Все равно их использовать, наверное, не буду.
Если. Так что с геймпадом-то весело будет. Да не в скелетов, блин. Окей. Как зря, что я ядра не оставил. Было не было. Okay.
Да не хил, брат, я забронил. Вон. Сейчас попугай до него долетит сейчас. Ау. Отлично. Отлично. Интересно, кстати, по поводу дополнительных жизней здесь, что они не суммируются за всю игру. Только вот начал новый уровень, даже если ты играешь, ну, не с чистого старта, а последовательно. А у тебя 3 жизни в начале только. В принципе, довольно балансно. Потому что в Series M Xbox там тоже система вот такая с 2 жизнями, и там к концу было там почти под 200 их. И это, конечно. Ну, у меня, по крайней мере. А, черт. На это я не рассчитывал. Возьми, пинг-понгать. Мне ждут новую машинку. Отстаньте. Ой-ой. Да ну, дай. Ну. Вашу мать. Я как будто знаю, что меня не стоит подпускать к этой штуке. Да. Только толку, блин.
Надо было для босса оставить. Ну ладно. Охеренный шрифт, он закрыл все весь лайфбар. А? Ау, окей. Я забыл про этих камикадзе. А так с серьезным уроном было хорошо. А ладно. Надо будет на это намекнуть создателю. Он как раз вчера оставил свои координаты, точнее контакты. Ау. Я их заберу. Так, это не камикадзе же, по-моему, да? Ну и хрен с ним. Наверное. Черт, или нет? Окей. Я не сказал бы, что он сложный. Просто надо, видишь, хочется пожадничать, побольше в него пострелять. А приходится отвлекаться. И отвлекаться не хочется, блин, и пострелять по нему не хочется. И, короче, эти самолеты надо по-хорошему сбивать все. Этих камикадзе-то точно. От тех я думал увернусь, но, блин, они слишком плотным огнем покрывают. Возьми.
Завязывай. Спасибо. Ладно, окей, вот это сложно. Черт, 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 черт. Окей. Вниз, что ли? Нет. Ой, я забыл. А херня, сейчас справимся. Наверное. Такое. Видишь, вся моя проблема в том, что я жадничаю. Ой. Да что ты? Ау. Я его паттерна, наверное, понять не могу. Понятно, что он где-то предсказывает движение, но тем не менее. Предугадывает, точнее. Ладно, насрать, я сохраню здесь. Я знаю, что сохранение это читы, но уж поделать.
Надо чем-то левую кнопку мыши придавить. Черт. Там, кажется, это работает. Или нет? Ей! Кто-то нашел рабочую схему, ха-ха. Блин. Я говорю, он несложный. Что я жадничаю много. Вот так вот и надо звонить, чтобы вам открыли. Yeah, well, I am here now. We'll settle this once and for all. Ты должен знать кое-что сначала. Сэм, я твой отец. Клевая игрушка все-таки. Жаль, что ее недооценили. Мне даже немножко обидно за картин. Как бы видно, что они старались прям сделать игру. Они ее сделали. Народ ничего не понял, как бы, но... Что уж тут поделаешь. Rockets would it take to kill Mental? Whoa, well, I guess more than 100. Oh, with 100 rockets, you couldn't even kill bosses in other games. Well, this is a stupid conversation, because he ain't gonna appear. Oh, yeah, this is the greatest boss in gaming history, man. Hey, mate, do you work for Crotium? Listen, guys, I've got to go to toilet. Hope he doesn't appear while I'm gone. Like, man, he ain't gonna appear at all, okay? You understand that? Oh, I'm sure he will. Oh, like, no way, man. Look, you see, this is the END, and... Okay, I'm back. I would leave it a little while. So, did he appear? Oh, like, how does it look to you, huh? Did he appear? What do you think, huh? You know,
While I was in toilet, something popped up. Maybe we've got to beat Gem on serious difficulty. Oh, yeah. Ah, damn, I could never do that. Oh, man, this sucks. I'm sorry, gentlemen, I have beaten the game on serious, but mental didn't appear anyway. Oh, look, I've never seen a more stupid ending to a game. All right, well, maybe they're preparing a sequel, man. Maybe it's like not the end. Yeah, hey, now the real fighting begins. Oh, yeah. Woo-hoo, way to go, man. Great. Let's kick some ass, man. Ну да. Продолжение следует. Но пока мы будем делать миллиард приквелов. Собственно, это и был Serious Sam 2 в модификации Overhaul. Огромное спасибо человеку по имени Сашекс за эту модификацию. В целом, мне она понравилась. Я поймал всего один баг, который ломал игру. Я просто пропустил уровень, и все, дальше пошло нормально. Так что, да, это было круто. В очередной раз прошел эту клевую игру. Это тоже немаловажно. Вот. Ну и я думаю, на этом мы завяжем. Что будет в следующий раз, не знаю. Когда будет в следующий раз, тоже не знаю. Может быть завтра, может быть сейчас. А может быть на следующей неделе. Кто его знает. Так что, да. Спасибо всем, кто здесь присутствовал. Да. Вот. Спасибо всем, кто присутствовал. Разделился на эту радость. И не болейте. Всего вам доброго. Хорошего вечера, доброй ночи. И так далее. Может, кому-то доброе утро, мало ли. Пока.